Всем привет, с вами Дэвил, и мы продолжаем играть в Сталкер Зов Припяти. Сейчас нам нужно задание одно выполнить. Отнести бандитам деньги. Мне кажется, тут все закончится как обычно, перестрелка какой-нибудь. Там у нас сталкеры где-то гуляют. А, ну тут, да, тут Янов, станция Янов. Я уже и забыл то, что я тут пробегал. Мимо. Почему персонаж не умеет до сих пор шифтовать? Нам еще долго идти, так-то, если подумать. О, уже собак слушаю. Опять эту ерунду достал, ладно. Где они? Далеко, наверное, эти собаки там плавают. О, тачка, наверное, тоже зажжена. Да. От нее прям исходит эта радиация. Вот так я пытался, вот пытался птицу убить. Так и не получалось. Все-таки это простые декорации летающие. Вот летают. Опа. Так, это бандиты. Они на нашей стороне. Три человека, четыре человека, пять человек. Пять человек здесь. Уже 9-10. Поселение. Какое-то. А, деньги, деньги им нужно принести. Это база бандитов. Ну, я думаю... Лучше без оружия проходить, а то еще убьют. Ну что, пошли. Ну что ж. Лопни мои глаза. Здорово. Я пришел отдать долг за вану. Короче, с процентами 7000. Слушайте. Ну, типа, есть два варианта: отдать ему деньги или устроить здесь перестрелку. Слышишь, небольшой. Ты ныкай волыну, сталкер, а то ща прищучу. Чухи! О, хорошо. У меня аптечка есть, так что все. Ну и с какого фига в этом... Ну? На! Гранатку тебе. Опа! Опа! На тебе!
Сейчас остальных добьем. Берем свою винтовку и начинаем расстреливать. Ну что, выходить по одному, только по одному давайте. Ой. Ну, короче, вот, ловите, ребята. Хотя бы одного-то завалил. Так, давай перевязывай. Ну-ка. На тебя. О, еще одного прибил. На тебе. Давай, следующий. Опа. Нет, не убил. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Воу-воу-воу, не надо. Чуть не оглушил. Ну, давай, вылазь. Опа. Да, сталкер очень хороший шутер. На тебе. Ага, хавай гранату. Вроде бы... О, один где-то остался. На тебе, на тебе, на тебе. Оп, оп, оп. Да что ж, в хат-то никак не попаду. Все. А то бы отдал бы 7000. А то хотя бы... И сейчас приду с полными руками. Опа-на. Это еще что такое? Отбойник. Боевой дробовик. Я почему-то сначала подумал, то, что это какой-то пулемет. А это ерунда какая-то. Лучше выбросить. Что у тебя тут есть? Где ж он успел ведь все пистолеты сломать? У главаря банды почему-то тут вообще ничего нет, хотя там написано то, что он просто бандит. Ну, ладно. Раз так. Вот этот вот дробовик я продам. Кстати, я не могу двигаться. Ну и ладно, выброшу. Так уж и быть. Мне самое главное подбирать что-нибудь поменьше, например, там патроны всякие. Ладно, пистолет выкинули. До сих пор не могу двигаться. У меня просто патронов полно. Выкину тогда и эти патроны. И вот эти. Ну и все, я могу двигаться, в принципе. Опа. Ну давай, подбирай. Не подбирается. А вот, все. Выбросим. Опять поднялся. Чем я его поднял? Ну, это мы все забираем. Опять двигаться не могу.
О, гадюку выкинул, все теперь легче стало. Бандит, это бомжи самые настоящие. Даже взять нечего. Я буду патроны, скорее всего, продавать, когда до базы дойду. Ладно, вот это вот выкинем, так уж и будет. У тебя что есть? У него дарбаданы есть. Ладно, назад его себе забери. Вот эти вот патроны мы заберем тогда, ладно. Ну и еду. Съедим на всякий случай консервы. А то еще умрет в голоду. О, 4 батона сожрано. Еще водку забрал, да? Гранаты. Медикаменты различные. Да что ж я все время перегружен, прям. Слабак, наверное, какой-то. Ладно, выкидываем. Приходится теперь выкидывать это все добро. Разрядить да выбросить все. Тут однозначно только так нужно поступать. Ну вот это мы возьмем. Кстати, вот это вот что это такое? Геркулес. Приносимый вес. О! Хорошая штука. Сейчас используем как раз. Так, и долго этот Геркулес у нас? Не знаю. Долго он или... Недолго. Действует вообще без понятия. Самое главное с этим делом не тянуть. Сейчас у меня вот этот вот положительный баф уйдет и все. Тут всего-то 20 килограмм прибавилось переносимого веса. Нужно дойти, значит, так, зачем ты это достал? Нужно дойти до станции Яны. Вот как раз сюда. Не сюда. Во. Все. Возвращаемся на базу. Под этим чудесным зельем или что-нибудь выпили. Выпили какую-то водичку минеральную. Пока что все вроде тихо, спокойно так. Никто не шумит. О, какая прорисовка. Это туда. Супер. Монстров пока что не вижу.
Хотя вон там перебили монстров. Но они же не живые. Не живые все. Так, здесь у нас птицы летают. Хорошо, что по проводам хотя бы не бегают эти мутанты. Что-то уж слишком тихо тут. Вон там кто-то бегает. Опа! Сколько радиации там. Буду прыгать, скорее всего. Ну вот, мы вроде бы дошли. Хочешь войти в сталкер? Не вопрос. Все. Пушку спрятал. О! Дошел. Плохо! Ну, привет. Значит, мы берем вот так, продаем ему вот эту вот валенду. Она стоит 1634 рубля. Чё так мало-то? Хорошая очень вещь. Стоит так мало. Детекторы у него не продаются. А жаль. Можно, кстати, Ил-86 купить. Что вообще лучше? Вот у этого темп огня, удобность и точность повыше будет. Этого и емкость пониже, да ну, ерунда. Опа, сколько гранат сейчас продадим. Ну и я думаю, все. Это все, что мы ему продадим. Сколько у нас сейчас денег? 21 тысяча. Кому я должен тут квест дать? Тебе? Или тебе? Слушаю или тебя. Тебе. Тебе, скорее всего. Ха. Супер, теперь у нас его деньги есть, да? И что за создание? Кожа зверей не плохо. Даже тут. Ну, спасибо, привет, брат. Что сказать. 7000 у нас теперь. Слушаю в тебя. Руках. Или сколько он нам дал до этого. В общем, выкладывай. Что бы нам сделать-то? Где инженера найти можно? Здесь? Так, ты у нас не инженер. Вот ты вот инженер еще какой. Ой, подходящее имя. Азот. Ему нужны инструменты. Вот где мне найти инструменты? Может быть, другое оружие разобрать можно? Нет. Нельзя. Опа, все починили. Бывай! И осталось у нас 18 тысяч.
половиной. Эх, и здорово, что у тебя выходит, а? Я уже не знаю, куда мне идти. Так, я ведь это все достал. Ладно. Так, каков наш план сейчас? Можно пойти и отыскать тайник. Опять я нажал на О, привычки. Ну вот куда-то туда я должен идти. Интересный дом. Изначально это, наверное, был домик на дереве. Потом его модифицировали. Потому что он вон как выглядит. Где мой тайник? Покажите мне его. Где он? Там, где карьер. Сейчас к нему будем потихоньку подходить. Решетки тут всякие. Тут, наверное, какие-то заключенные были. Стопов нет. Ясно. Здесь мутантов нет, никто тут не живет. Вроде бы пока что все чисто. Тут тоже ничего. Зачем тогда вот эти вот декорации размещать, если тут ничего нету? Так. Мы не туда идем, вон туда надо. Поближе к тому месту. Почему я тут еще не был? Где мой тайник? Где мой тайник? Тут какой-то сталкер. Не за хвост собачий. Так, тут. А, он уже погиб, что ли? Ладно. Заберем тогда, что у него тут было. Я думаю, это ему уже не нужно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка. Артефакт. А, точно. Забыл. Всегда, когда мы идем, там, где аномалии различные, нужно надевать на себя вот этот артефакт под названием компас. Без него тут никак не думаю. Ну и энергетика мне давай. Все, погнал. Погнал. Вот он хороший. Так, теперь нужно тайник мне отыскать. Без тайника я никуда не уйду. Покажите мне тайник. Ой-ой-ой-ой. Очень большое количество радиации.
Будем сейчас лечиться. Так, что мы подобрали? Мы подобрали кровь камня. Хим защита плюс 3, радиация плюс 1. Хорошая, наверное, штука. Наверное. Где мой тайник? Где-то здесь он должен быть. Артефактов тут больше нету. О! Там что-то есть, наверное, там эти вещи должны быть. Это же все-таки тайник. Сейчас мы заберем все, что там есть. И тут ничего нет, я так понял. Где? А, вон. Все, нашел. В том транспорте. Что-то есть. Опа. И что, отсюда что ли взять? Ну, давай забирай. О, все забрал. Не, не все. Ну, и что, еще не все что ли? Как мне отсюда выбраться-то? Все, забрал. Вот напридумываю всякого. Даже забраться нельзя. Опа. Аномалия какая-то. И что это? Да, аномалия. Но тут артефактов в нем никаких нет. Значит, смотрим в инвентарь, что мы подобрали. Еду, скорее всего, мы подобрали. Я хочу узнать, как вот эти вот ячейки еще открыть дополнительно. Ну что ж, на этом мы будем тогда завершать наше приключение в этой игре. Уже тут и дождь, и птицы летают, тут не знаю, ничего творится. Сохранимся, как всегда, и я вам скажу, что чтобы вы обязательно поставили лайк. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно, комментируйте. Ну что ж, с вами был Дэвил, всем удачи и всем пока.